Главное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная цена и самое выгодное предложение для зимнего периода. Комплект, который состоит сразу из двух вещей, решает вопросы, что с чем сочетать. Ну и, конечно же, по отдельности является самостоятельным атрибутом вашего гардероба. Брюки подружатся с любым вашим любимым джемпером, пуловером или блузой. А вот ваша любимая мастерка хорошо будет сочетаться даже с вашим платьем или, например, с элегантными джинсами. Данная модель выставлена на основе 60% хлопка и 40% запатентованных материалов, что позволяет ему становиться более износостойким и комфортным. Но, конечно же, главным подспорьем согрева является флисовая основа. Кстати, производители флиса получили за нее Нобелевскую премию, позволяя организму сохранить сухое тепло, быстро выводить влагу и чувствовать максимальный комфорт, особенно в зимний период, когда наше тело получает максимальный стресс. Сейчас вы на экранах видите в более объемном таком изображении тот самый теплый флис, который будет прилегать к вашему телу. Несколько цветов на выбор, от классических до нестандартных, позволит вам сегодня выбрать именно тот уникальный цвет, который так вы давно хотели иметь в своем гардеробе. К примеру, большое количество наших российских дам обожают бордовые тона. Вот, например, моя мама бы выбрала бы в первую очередь, мне кажется, бордо, потому что это ее любимый оттенок. Также есть у нас с вами сиреневый цвет. Современный, модный, освежающий и хорошо будет смотреться на блондинках, на четких брюнетках с белой кожей, такой мраморной, или, например, на златовласках, то есть рыжих девушках и шатенках. Оттенок индиго для тех, кто чувствует, что она королева, царица, императрица, ведь синий оттенок электрик всегда был олицетворением королевского цвета или цвета нашего самого чистого озера в мире Байкала. Следующий цвет у нас с вами зеленый. Это будет вдохновлен нашей густой тайгой, лесами, свежестью, ну и, конечно же, здоровьем. А мы с вами знаем, что телеканал Шоп-н-Шоп первый в рубрике «Красота и здоровье». Светло-серый цвет – это самый первозданный. Именно таким футер появился на свет, и именно таким он блеснул на подиуме впервые. Именно серый цвет, фактура меланжа и, конечно же, вот такая же текстура. Поэтому, если вы хотите прям классический вариант костюма, состоящий из двух вещей, это джоггеров или бананов, и вот такой толстовки кенгуру, то забирайте серый цвет. Также вы можете выбрать черный оттенок, такой классический вариант. Здесь материал не слишком плотный, оттенок черного, такой более матовый. Ну и, конечно, я его выбираю для себя сегодня, соединяя с футболкой. Соединяя с футболкой, кстати, мы когда будем говорить про хлопок, я вернусь к своей футболке и еще раз расскажу, как зависит от того, как вы ухаживаете и сколько вещь из 100% хлопка может жить в вашем гардеробе. От 50 до 60 забираем размер в размер данное предложение, либо на размер больше. Как в данном случае поступать? В предыдущем часе я делал доскональные замеры. Сейчас просто объясню на примере. Смотрите, данный костюм имеет самое свободное изделие, это плечевое. То есть мастерка, худи, кенгуру, как ее там еще можно назвать, худи, как угодно. Да, обзывайте данное верхнее изделие, оно самое свободное. То есть дама верхнего типа фигуры, то есть трапеция с широкой частью наверх, выбирает в первую очередь. Здесь хорошо садится объемное предплечье, пышная грудь, либо это форма яблока с акцентным животиком. Что касается нижнего типа фигуры, то брюки здесь более зауженная модель, поэтому дамы нижних типов фигуры замеряют талию, бедра, и уже отталкиваясь от государственного ГОСТа таблицы женского размера, выбирают себе изделия именно по брюкам. Учитывая тот момент, если нижний тип фигуры берет по бедрам, то понимаете, что толстовка будет увеличиваться, потому что, например, вы взяли не 50, а 52 размер. Это было бы так, но у нас двойный размер. То есть у нас с вами плавающее изделие, которое вот варьируется между двух размеров. И, в принципе, в себе таит третий размер, который мы чаще всего никогда не называем. Мы же не говорим размер 43, мы не говорим с вами 45, хотя они тоже существуют. Это полуразмерные формы, или правильнее называть контрастные типы фигуры. Поэтому здесь у нас с вами удобно. На мне, кстати, вот давайте я тоже скажу, какой у меня-то размер-то черного цвета. Я забираю сегодня костюм. Вот смотрите, у меня здесь костюм 54-56. То есть у меня плечи 52-го. На мне 54-56, соответственно, он больше подходит и
по своим замерам к 54-му, нежели к 56-му. То есть у меня получается по плечам данная мастерка на размер плюс. Брюки на мои бедра также сидят 54-56. Да, они свободны, поэтому вы можете вот по моему же аналогу выбирать. Что касается свойств флиса, не могу их не назвать, потому что необходимо, люди старались, писали. Теплые, легкие, дышащие, прочные, согласен. Гипоаллергенный, согласен. Износостойкий, согласен. Эластичный, последние три пункта я уже вам озвучил в предыдущем части, не полностью я с ними согласен. Точнее, согласен, но не формулировки, которая в данном случае выдана. Но в любом случае это не особо важно. Самое важное, чтобы вас согревало и было тепло. Почему именно Нобелевская премия была удостоена персонажей, которые создали это? Потому что флиса очень хорошая губка, собирающая быстро влагу, уводящая ее от тела, дающая возможности сохранить именно тепло. Это, знаете, как альтернатива махрового полотенца стало в свое время. Мария Лунева, город Тула. Каждый сезон на шоппинг-шоу покупаю себе новый флисовый костюм. Все время провожу в них. А это действительно так все и проводят. Мне кажется, современная дама без такого подобного комплекта и, в принципе, не живет, и не выходит на улицу. Многие сочетают его даже с гламурными сумками, встают на каблук. Это современная мода позволяет сейчас делать все, что угодно. Бордовый цвет насыщенный, красивый, эффектный, светло-сиреневый. Вы можете выбрать для себя королевский синий, он называется индиго в заказе. Зеленый цвет, первозданный серый оттенок, светло-серый будет называться в заказе, и классический черный, который сегодня для себя выбрал я. Вы можете этот костюм носить как самостоятельно, так же и раскомплектовав его, носить по отдельности. Это сегодня в прямом эфире, мы обязательно с вами покажем. 3499 рублей цена за костюм, делите ее пополам. Вы сразу понимаете вашу выгоду с нашим телеканалом, нежели с магазинами, которые находятся в торговом центре. Там за каждое изделие, брюки и худи, вам придется отдельно заплатить сумму, которая суммарно даст достаточно большой процент. У нас с вами снижена 3499 рублей.